Добро пожаловать на просмотр видео. На ваших экранах Мотор Депот, и сегодня вас ждет очень крутая РПшка. Мы с Димой будем в роли двух бугих трактористов, которые устроят гонку до самого Серпова. Что ж, начинаем. Мы, конечно, с ПТС-ками едем, их, к сожалению, никак отключить. Ой, блин, отключить это, отцепить нельзя. Итак, трактора набрали практически 40 км в час. Так, опа, тут это на обгон Дима пошел. И, кстати, вы же знаете, что напротив Серпова находится вот этот пост ГАИ, и нам нужно его как-то проскочить. Надеюсь, там никого из полицейских не будет. Итак, а тем временем мы уже подъезжаем к деревне Краснобор. Напоминаю, мы еще ни одной ментовской машины не встретили и ни одной машины из трафика. Ну, еще это тут это мультиплееры, тут их нету, как бы. Ребяточки, кстати, сегодня 27-е, ну, на момент съемки, я не знаю, может, вы будете уже в следующем году это видео смотреть, но тем не менее, это видео снималось 27 числа. И до Нового года остается, что получается, у нас 3-4 дня, в общем. Вот, совсем чуть-чуть остается времени, скоро будет обнова, но это уже ни для кого не секрет. Ребята, я ее очень жду, мне интересно, что там еще добавят. Опа, железная дорога получается, да? Надеюсь, нас сейчас никакая электричка не сшибет, но слева вроде нету никакой электрички. Вот я сколько проезжал, мне она так редко попадается, действительно. Вот иногда едешь мимо дороги, там попадется, если повезет. Оп, выезжаем на главную дорогу. Ух ты, Димончик отстал. Немного остановимся. Тут же есть тормоза, насколько я помню. Кстати, смотрите, какой белорус четкий. Здесь у него прям все утюнено. Ну что, он это на ферме работает, поэтому норм. Итак, мы уже скоро приедем на базу Серпова. Димон, видимо, уже проигрывает. Он едет вторым, получается. Я-то еду первым. Оп, знак, стоямба. Ой, чуть не улетел. Так, я сейчас не понял, меня что, это обгоняют или что? Так, а вот и пост ГАИ, я там не вижу ни одной ГАИшной машины. А сколько времени-то у нас? А, ну 6 вечера, так-то я не знаю, сейчас по сути должны люди возвращаться с работы, но никого нету на посту ГАИ, поэтому, ну это с одной стороны даже нам повезло, в какой-то степени, в какой-то мере. О, красный свет получается, а мы игнорим, как говорится, красный наш, зеленый общий. Ну и мы вот-вот уже приедем на базу Серпова, и чувствую, я стану победителем. Кстати, больше половины бака бензина мы, или на чем он там ездит, мы уже потратили. Это не очень так приятно, должен сказать. Нам ведь нужно будет еще обратно ехать, если нас не накроют здесь с головой. Кстати, начальник фермы, надеюсь, об этом еще не узнал, что у него два трактора с прицепами свинтили и уже проехали пол карты тут. Так, дружбанчик, где-то там Димончик. Оп, поворотик. О, тут перехват, смотрите, ребят, нас перехватить пытается. Не-не-не, я так не остановлюсь. Ребята, полиция уже продумала все, МАЗ жестко прям проехал. Ой, блин, Димона поймали. Так, ну мы-то не так-то просто сдадимся ведь, да? О, за нами уже чувак, получается, поехал на семерке, но я думаю, нас ничего не остановит, ну... Пожалуй, догони. Опа, вы посмотрите-ка. Военные. Ладно, все. Все. Тут это военные. А тут семерка сразу же ментовская нас перекрыла дорогу. Тут военные. Не, ну все. Я думаю, надо сдаваться, ребят. Ну, смотрите, как ребята круто придумали. То есть, семерка сзади встала полицейская, я назад уже не уеду, а спереди армейский газ приехал, поэтому я ничего сейчас не сделаю. Ну, как-то так. Опа, там чувак уже наручники взял. Ладно, все. Стою к трактору. Руки на голову, голову на колесо. Все. Поймали меня, короче. Блин, Димона жалко. Получается, его чуть ли не киданул, он там остановился, а я по рампе просто сиганул четко. Ну, зато как это эпично было. Все, он надел на меня наручники. О, все, за мной, он говорит. Сейчас меня загружать будут. И закрыли дверь на ключ, все. Очень печальный конец у истории получился, конечно. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео или на стриме.